послада. Для стариков подавай Land Cruiser Prado. В кармане нет уклада, в салоне нету гада. Как нету хапа, тут одни по спортику, ребята. Для пацана надо автоваз Лада. Для стариков подавай Land Cruiser Prado. В кармане нет уклада, в салоне нету гада. Как нету хапа, тут одни по спортику, ребята. Это Нагедовский. Здравствуй, я твоя новая модель Лада Гранта. Обтекаемый кузов, просторный салон. Нам не будет скучно вдвоем. Первым делом я трамбощик, больше ничего. Во-вторых, регулировщик базы НЗО. Весь промасканный бензин и брожу целый день. Регулировать машина мне совсем не лень. Вот поеду с другой Лехой ранней весной. Познакомит меня Леха девушкой одной. Как порядочный мужчина к ней я подойду. На нее как на машину сразу посмотрю. Чтобы фары не помяты били впереди. Стенки буферов стояли ровно позади. Не течет ли карбуратор, должен быть сухим. Не пробит ли конденсатор кем-нибудь другим. Это не работа, это брат пустяк. Мы к такой работе приступаем так. Первым делом поднимаем у нее капот. И насосом продуваем бензопровод. Первым делом поднимаем у нее капот. И насосом продуваем бензопровод. Все, давайте оплачивайте. Договор, получается, заберете? Угу. Ты считал? Не надо считать. Почему? Это 500 тысяч. Это банковская. И сколько там еще? Сейчас скажу. В автопарке АвтоВАЗа, среди шестерок и КамАЗа, пристань новенькой модели. Возле УАЗика напротив, она стоит в полоборота, вся в луче дневного света. Так само случилось вдруг, что ее купил мой друг и закружила голову хмельную. Ах, какая Лада Гранта, какая Лада, мне в такую. Ах, какая Лада Гранта, какая Лада, мне в такую. Мухоман, конечно, круто, но даже вряд ли. У вас такая красивая машина. Спасибо. Это Феррари? Нет, это Лада Гранта. Никогда не слышала. Меня Маша зовут. Вчерашний вечер из подворотни. Еду на Гранте, на Ладе Гранте. Я охотник, я опасен.